Танк, танки, техника. Танк разорвало. Так, ну и пусть. Детей убивали. Вы детей убивали? Нет, не я. Я видел, мне показывали, как детей артиллерии, девушки, молодые бабушки. Я же не знал того всего, кого они убивают. Они все наоборот говорили. Они говорили, Украина всех убивает. Оказывается, все, этот Путин, хуйло, это он все заставляет руками детей, которым по 20 лет в армии служат, их руками он убивает. И офицеров, которым до жопы кого убивать, детей или не детей, бабушек, дедушек. Я очень рад, что меня хоть забрали украинцы. Они не убили меня. Свои убили бы. Потому что пидорасы все. Я клянусь, я никого не убил. Я могу полиграф пройти. Никого не убивал. Я сдался, чтобы никого не убивать. Я боюсь убить человека. Я не был даже научен этому. У меня все. Военный билет, паспорт, телефон, все сдал. Никогда не было никаких убийств. Я нигде не сидел, уголовок не было. Хорошо.